В Москве успел не только взять интервью у президента и тем самым привлечь к себе интерес всего мира, но и погулять по городу. Наши корреспонденты расскажут, чем занимался журналист и как на его действия отреагировали в США. Мы в Москве, и мы здесь для того, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Это произойдет уже скоро. Слова Такера Карлсона спровоцировали небывалый ажиотаж в социальных сетях и СМИ. Интервью американского журналиста с Владимиром Путиным в топе мировых новостей. Большинство американцев не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в этом регионе, здесь, в России, или в 600 милях отсюда, на Украине. Но они должны знать. Мы здесь не потому, что мы фанаты Владимира Путина, мы здесь потому, что мы любим Соединенные Штаты и хотим оставаться процветающими и свободными. О том, что главная цель поездки – встреча с российским президентом, известный американский журналист Такер Карлсон тщательно скрывал. И, общаясь с коллегами, уходил от ответа в присущей ему шутливой манере. Can I ask you about your interview with Putin? With who? With Putin. Who is it? I've heard the name, but I... With our president Putin. Yeah, it sounds familiar, but I can't say anything. Владимир Путин в последний раз беседовал с представителями западной прессы в октябре 2021 года. Тогда президент дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Мы получаем много заявок на интервью с президентом, но в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ, все СМИ, которые занимают исключительно однобокую позицию.